Еще. Нужно не торопиться, сыночек. Он идет плячачи. Да, здесь мальчик ударит мячик, и он полетит, отскочит, полетит и будет гол, да? Ты провел такую линию. А теперь смотри, какие круглые, почти как кружок, да? Веди по стрелочке медленно, медленно. Отлично. А теперь здесь по стрелочке. Медленно, медленно. Они круглые, почти как мячик. Вот, молодец. Очень хорошо получилось. Это пока крученок. Да. А здесь у нас что нарисовано? Зоопарк. Зоопарк. Нужно провести линию от одного малыша к другому. Это вход. Он будет ходить, смотреть на животных и пойдет к выходу. Нужно ему показать его путь. Только медленно, сынок. Иди, 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 не бойся. Да. Чтобы он медленно гулял и смотрел разных животных. Угу, молодец, сыночек. Очень хорошо. Какой путь у тебя хороший получился. Вот и выход из зоопарка. А Эльдар хочет в зоопарк? Нет. А здесь мы соединим обезьянок, да? Опять круглая линия, как буква С, похоже, да? По стрелочке веди медленно, соединяй обезьяночек. Вот, молодец. Да, теперь слонов тоже по стрелочке. Они что, там находятся? Покажи, как ты держишь фломастер. Ой, какой молодец. Все.